كل موحد كل مسلم каждый единобожник, каждый мусульманин. لابد يخاف من الشرك. должен бояться ширка. يخاف على نفسه. бояться за себя. يخاف على إخواني. бояться за своих. يخاف حتى على المشركين يقول أنا أخاف عليكم من الشرك لو بقيتم على هذا تخلدوا في النار خلود أبدي. даже бояться за многобожников, обратиться он должен к ним и сказать я боюсь за вас, что если вы умрете на этом многобожье, то вы войдете навечно в ад. كيف نخاف من الشرك؟ как мы должны бояться ширка? أولا بتعلم التوحيد. первое изучать должны единобожие. حتى نعمل به чтобы жить в соответствии نعتقد التوحيد быть убежденным в единобожии ندعو إليه призывать единобожие نخاف من الشرك بتعلم الشرك мы боимся ширка изучая виды ширка حتى نحذر منه ونحذر منه чтобы остерегаться ширка и предостерегать других людей نخاف من الشرك بالدعاء бояться должны ширка в дуа ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك то есть должны обращаться к Всевышнему Аллаху с дуа чтобы Всевышний Аллах оберег нас от ширка نخاف من الشرك بألا نخالط الكفار мы боимся ширка проявляем боязнь перед ширком каким образом сторонимся неверующих نبتعد عنهم далеко от них держимся. وإذا اقتربنا منهم نقترب لغرض واحد وهو دعوة هؤلاء. даже если мы приближаемся к неверующим только с одной целью, это призвать их к единобожию. والله نحب للكفار الخير وهو الدخول في دين النبي عليه الصلاة والسلام. الله мы любим добро для этих неверующих, чтобы они вошли в религию Мухаммада саллаллаху. لا نكذب عليهم. мы не лжем неверующим. لا نغش الكفار. мы не обманываем неверующих. نقول لهم أنتم بهذا خالفتم ما أمر به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. и мы им говорим то положение, в котором вы противоречите тому, что приказывал Муса и Иса алейхиссалям. لا يمكن أن نصنع كما يصنع بعض الناس معكم. мы не должны делать так, как некоторые люди поступают с вами. يقول لكم لا إشكال ابقوا على ما أنتم عليه. которые говорят проблем нет, оставайтесь на вашей религии. لا يمكن أن نقول للكافر سنة سعيدة عيد سعيد لا يمكن. мы не имеем права сказать неверующему счастливого года тебе. عندما تقول له سنة سعيدة كأنه تقول له أنت تسعد الآن بالشرك بالله هذا خطأ. когда ты говоришь неверующему я тебя поздравляю допустим с новым годом или пусть твой год будет счастливым как будто ты его поздравляешь с тем ширком на котором он живет. لا يمكن أن تشارك الكافر في أعياده واحتفالاته. поэтому ты не имеешь права принимать участие с неверующими в их праздниках. أنت بهذا مقر له على الكفر الأكبر. потому что если ты присутствуешь с ними на их праздниках, получается ты подтверждаешь, что неверие большое, на котором они находятся. المسلم صادق. правдивый мусульманин. ينصح. проявляет искренние отношения. لا يكذب. не лжет. لا يغش الكافر. не обманывает неверующих. يفي له بالعهود. если что-то обещал, выполняет. يدعوه إلى الله. призывает к Аллаху. والله أعلم.